Инициатива губернатора, когда мнение людей готовы услышать, понравилась жителям Ленинского района. 5 дорог, нуждающихся в ремонте, были предложены ими на портале «Добродел» в прошлом году. В течение лета они приводились в порядок, и сегодня почти все работы завершены. Одна из обновленных дорог находится в деревне Петрушино, еще две в Видном. Улица Гаевского давно не видела такого преображения. Пенсионерка Мария Савельевна с удовольствием теперь дышит свежим воздухом на своей улице. Я живу и радуюсь своей жизни, чтобы было здоровье, по таким дорожкам ходить. Ремонт проводится в софинансировании из бюджетов Московской области 70% и Ленинского района 30%. Жители хорошо оценивают выполненные работы, хотя и замечания есть. Хорошо, хорошо сделали, молодцы. Замечания доделают, наверное, вот это все. А так все хорошо. Все недоделки обязан будет исправить подрядчик. По словам начальника управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Веры Поповой, эти моменты на контроле у администрации, как и ситуация с недобросовестным подрядчиком, в связи с чем на сегодняшний момент отремонтирована только часть улицы Советской. По второй части, так как подрядчик не вышел на работы своевременно на объект, был расторгнут контракт, и в настоящее время проводится повторная процедура отбора подрядчика. Но, несмотря на все нюансы, работы планируется завершить до 1 сентября. О дорогах, которые необходимо отремонтировать в 2019 году, жители уже заявили на портале «Добродел». Их 10. До 1 октября каждый желающий сможет отдать голос за ту дорогу, которая, на его взгляд, больше других нуждается в реконструкции. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ.